Хасавюрт с начала года принял не одну сотню спортсменов с различных регионов России и зарубежья. 6 августа стартовал первый чемпионат СКФУ по боксу среди взрослых в памяти министра по физической культуре и спорту Республики Дагестан Арслана Алимуртазалиева. Бокс является одним из перспективных видов спорта среди молодежи не только Хасавюрта и Республики, но и соседних регионов. На чемпионате выступят атлеты в 10 весовых категориях из 6 регионов СКФУ. От руководства города, депутатов городского собрания приветствуем всех участников чемпионата Северо-Кавказского федерального округа по боксу, посвященное памяти нашего земляка, человека, который был руководителем нашего города, главой администрации города Хасавюрта, министром по физической культуре и спорту Республики Дагестан Муртазалиева Арсланали Салгиреевича. Работая руководителем города, министром по физической культуре и спорту при Арслане Салгиреевиче было сделано очень много в нашем городе, в Республике Дагестан, по поднятию физической культуры и спорту в нашем городе и в Республике Дагестан. В городе Хасавюрте полностью был реконструирован стадион нашего города, который впоследствии руководством города, депутатом городского собрания были присвоены звание Хасавюртовский стадион имени Муртазалиева Арсланали Салгиреевича. Первый вице-президент Федерации бокса Республики Дагестан Достали Гейбатов выразил благодарность руководству города, организаторам и спортсменам. Также Гейбатов подчеркнул, что Хасавюрт признан спортивным городом на территории Дагестана, и проведение турниров международного уровня служит тому подтверждением. Чемпионат проходит первый раз в Дагестане. У нас до этого не проводился чемпионат СКФО. Я надеюсь, отберется хорошая команда, которая будет представлять республику на чемпионате России. Гостей присутствует олимпийский чемпион, чемпион мира среди профессионалов, наш брат с Ингушетии Рахим Чахкиев. В качестве почетных гостей присутствует у нас финалист Олимпийских игр в Сиднее, олимпийский чемпион в Афинах, замминистра физической культуры и спорта, это Гайдарбек Гайдарбеков. В качестве почетных гостей у нас присутствует заслуженный мастер спорта СССР, финалист Олимпийских игр в Сеуле, победитель Кубка мира, чемпион Европы Нурмагомед Шаназаров. В качестве почетных гостей приехал к нам с Москвы мастер спорта международного класса, советник генерального секретаря Федерации бокса России, работа с регионами, это Ахметхан Адилов. То есть вот такой звездный состав, да, почетных гостей. А какую цель преследует? Цель преследует это основной отборочный чемпионат, который отберется команда и будет представлять на финале чемпионата России. Чемпионат СКФУ будет длиться на протяжении 5 дней. Судейская коллегия из 10 человек будет следить за ходом боев. Вышедшие в финал спортсмены выступят на более масштабных турнирах всероссийского и международного уровня, которые расписаны на предстоящий 2018 год. Бурлия Цамбиева, Пирмагомед Пирмагомедов, информационная программа «Пульс».